Друзья, всем привет! Очередная посылочка у нас на распаковке. Здесь в этой посылочке у нас куча стекол. Стекла на M2 Note и Redmi Note 2. Я, получается, покупал их оптом. Ну, то есть цена, допустим, Redmi Note 2, стекол 936 рублей. И также такая же цена точно у стекол на M2 Note, на Maze M2 Note. Для чего я эти стекла купил? Я заказываю вообще много посылок. Ну, также я, получается, еще какие-то посылки не показываю. Шла эта посылка у нас 25 дней. Посылки не показываю те, которые, ну, просто они у меня уже, допустим, были, я их не показываю. Эти стекла я заказал для чего такое количество? Я, получается, еще... Помимо вот распаковок этих показов новинок, допустим, я еще, ну, грубо говоря, заказываю смартфоны на продажу. Ну, какие-то у меня заказывают. Ну, чаще всего именно заказывают именно вот эти вот ходовые модели, популярные Redmi Note 2 и Maze M2 Note. Ну, я покупателям даю в подарок еще стекло. Вот для этого, для этой цели я заказал такую кучу стекол. Давайте посмотрим. Должно быть это, наверное, для M2 Note. Вижу, вот здесь под кнопку есть. Да. Оно все целое. 10 штук должно быть таких. Ну, в принципе, цена, сами видите. Если покупать оптом, получается, ну, получается, цена одного стекла 93 рубля. Ну, с копейками. То есть, это недорого. Ну, и как можно, допустим, если вы занимаетесь, можно как мини-бизнес такой, да, вот купили, допустим, потом продали их по 100 рублей, к примеру. Ну, можно, конечно, дороже продать. Так что вот, для этого у меня такие уже посылки были, просто вот решил вам показать, что какие есть товары. Ну, это для Redmi Note 2, получается. Телефон такие очень часто покупают, звонят, спрашивают. Ну и в подарок я покупателю даю, хотя иногда приходит уже со стеклом. Да, все у нас верно, по 10 штук всего. Так что вот такая вот у нас сегодня посылочка. Кому надо, ребята, заказывайте, ссылка будет в описании. Ну, в принципе, тут больше показать особо нечего, вот я повторюсь опять же. Показываю это чисто для того, чтобы кто ищет, допустим, дешевый какой-то товар, ну и нормальный товар, можете такие стекла заказывать. Ну, также можете для себя заказывать, там есть и такие лоты. Одно стекло можно купить, можно купить сразу с десяток. Ну, то есть, как видите, цена такая приемлемая получается, если сколько у нас, 93 рубля. Ну, в долларах это получается, ну, чуть больше $1, да? Сами видите, недорого. А заказчику приятно такой бонус, когда я ему даю стекло. Также я еще даю ОТГ-переходник. Если помните, у меня была распаковка. Такие демо ОТГ-переходники маленькие для флешки, для большой. Ну вот, если кто-то занимается, ребята, вот вам на заметку. Вот стекла заказывайте, смотрите. Ну, в принципе, на этом все, друзья. Ссылка в описании. Ну, всем пока. Еще увидимся.